Здравствуйте! Сегодня в моей коллекции пополнение. Каким образом я пополнила свою коллекцию? Конечно же, через Почту России. Если кому-то нужны будут координаты этой женщины, у которой есть все. Зовут ее Ирина. Связаться с ней лучше через Одноклассники. Ссылочку постараюсь оставить в описании. Котиледон волнистый. Черенок очень большой. По всей видимости, это растение растет большим. Котиледон корал. Очень похож на котиледон волнистый. Но лист, форма листа другая. Каланхоя виллоза. Я давно хотела такое каланхоя, но я думала, что он такой нежненький, ласковый. А он такой, знаете, колюченький. И если вот так пальчиком трогаешь, то даже колючечки впиваются мелкие-мелкие. Но очень красивый. Крестовник, дельфинчик. Для себя я сделала открытие, что смотрите, у этого крестовничка корешки луковички. Я об этом не знала. Котиледон пенденс. Растет куртинкой. Очень красиво цветет. Когда у меня зацветет, я вам покажу. Подарочек. Аптения варигатная. Смотрите, розовый оттенок. Еще раз показываю вам красавицу триколор. Смотрите, какая она красивая. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо всем, кто подписан. Спасибо всем, кто смотрит меня. Спасибо всем, кто смотрит меня до конца. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка находится в описании канала. Всем здоровья. Пока-пока.